Примеры будут как и очень полезные, так и очень смешные. Такие очень неожиданные, когда партия сильных шахматистов заканчивалась буквально 9-10 ходов. То есть еще быстрее, чем ваша партия. Когда вы между собой играете, это редко разбываешь, 9 ходов, партия кончилась. Так бывает даже у гроссмейстеров. Один из известных мастеров, Русаков Берлинский, сыграл в Москве в 47 году. Е4, С5, а нет, Е5, Е5. С3, это дебют функционально называется. Редко встречается сейчас, но в принципе понимаете, что такое просто существует. Конь С6, Д4, Конь F6, Слон G5, Слон G5, нет, другой слот, связал коня, Слон G5, H6, черный прогоняет слона, нет, другая пешка H6, слон наступает на H4, Слон F4, G5, черный гонит дальше слона, нет, ход черный сейчас, G5, Слон G3, теперь произошло, черный побили пешку на D4, и белые сыграли E5. Черные побили пешку на c3, но они жертвуют коня f6, но тут же взять эту пешку и ладью потом взять, поэтому, но партия закончена довольно неожиданно. Значит, белые взяли на f6 коня, черные побили пешку на b2, cb, и белые дали шаг, e2, ну и думаю, что они выигрывают, потому что шах, а что делать? Надо загораживаться какой-то фигурой, а тайник туда не что-то. Это можно закрыть за коня. Значит, надо либо слоном, либо конем загораживаться. Терять фигуру. Могут даже эту пешку побить. Да. А потом конь уходит, снова дать шах. Ну, фигура теряется. Как не крутей. Но здесь последовал очень неожиданный ход. Нет, ну так я просто заберу коня и потом заберу пешку. Если вы, как мы уже поняли, если вы сыграете слон Е7, защитите от шаха. Слон Е7, защитите от шаха. Или конь Е7, защитите от шаха. Просто когда возьмут пешку, у них будет лишняя фигура. Раз, два, три, четыре, а там останется раз, два, три. То есть просто лишняя фигура. Но выяснилось, что черные тут придумали хитрую ловушку. Вы не трудно догадаться, которую. Они сыграли ферзем на Е7. Да. Совершенно неожиданный ход, конечно. А думаю, что они опытные. И следующий ход будет еще более неожиданный. Но черные, белые что должны делать? Бить ферзя, пешка, другого у них ничего нет. На это последовал еще один блестящий ход. Сообразите, какой? Один. Ну, это было бы нет. Можно было, конечно, побить на один. Но если бы его тут. Ну да, но можно было побить на один. Но тогда белые берут на F8, у них остается за. Здесь вы ставите. Если так, то мат сразу. Нет, нет. Если вы берете сюда. Если вы берете сюда и ставите даже еще ферзя, то я беру просто слона с шахом, и у белых остается два слона и два коня и одна ладья, а у черных слон и конь и две ладьи, но ладья получается за две легкие фигуры. Легкие фигуры вы знаете, слон или конь, это легкая фигура называется. А тяжелые фигуры какие? Ладья и ферзь. Значит, если вы просто берете на один, то белые остаются двумя легкими фигурами за ладью. Ну, после того, что белые поставят ферзя. Но это мало для белых, потому что мы поняли. Нужно уходить на G7. Для белых это плохо. G7. Для черных это плохо. Здесь есть еще один блестящий ход, только наймите его. Какой вопрос? Понеси немножко. А вот если взять вот так вот, вот так вот, и сказать, что это... Не, сейчас по-черному, сейчас по-черному. А, черный. Последний ход... Вот, тогда надо ходить. Мы же последний ход был белый, мы взяли фигуру. Сейчас будет черный. Надо будет ходить на G7. О, все правильно. Последовал неожиданный ход слон G.
уже 7, то есть черные просто ушли фигурой. И ничего теперь нельзя сделать, потому что теперь неизбежно теряется ладья. Ну, даже если вы возьмете ферзем, все равно берется шесть, а потом ладья. А если вы не возьмете, то просто пешка возьмет ладью, приведете ферзя, и теперь уже совсем другое дело. Потому что фигуру-то не отдали, слон же ушел от подбоя. И белые здесь дались просто. Это был 10-й ход. Вот, если довольно известный мастер, конечно, как бы пройдет пехот, сам же сели. То есть ничего нельзя сделать. Здесь это чихий ход называется, когда ничего не взяли, ни на что не напали, а просто отступили слоном. Но вы взяли, что пешку Б2 превращается в ферзя, либо за нее надо отдать ферзя. Можно отдать ферзя. А потом они еще теряют сразу без ладью. В конце концов, тогда у них будет раз, два, три, четыре, раз, два, три. Фигуры все разложили, а не две, совсем другое дело.